3 мая 43 года Советское информбюро сообщало, что партизанский отряд, действующий в Черниговской области, отбил атаку немецких карателей. Наступая, гитлеровцы прикрывались мирными жителями, гнали впереди женщин и детей. Партизаны окружили противника и открыли интенсивный огонь. Не выдержав удара, немцы отступили. Женщины и дети были освобождены. 3 мая партизанский отряд Тарнопольской области подорвал на минах 2 железнодорожных эшелона противника. Также разведке отряда стало известно, что в одном из населенных пунктов немцы устроили склад горючего. Ночью партизаны проникли в деревню и подожгли его, говорилось в сообщении. До победы оставалось 737 дней.